такую легкую кофточку-то надела? Красивая, я ее люблю. Но ведь холодно, вон такой ветер форточки ревет. Октябрь месяц все-таки на дворе. Обещали солнечный день без осадков. Дядь Паша, Женька говорила, что ты вчера на стройку ходила. Ходила. Ну и что? Заканчивает наш домик. Последний этаж укладывают. Везде объявление написано. Сдать дом к декабрю. Осторожно, опасная зона, работает кран. А потом какие-то картинки вывешены, написано «Способ страховки». А что это такое страховка? Погоди, что насчет квартир слышно? Сегодня только будем решать. Mm-hmm. Ой, пойду дядю Юру разбужу. Зачем в такую рань? Не знаю, он спросил. Да-да. О, тетя Паша. Ты уже встал? Да. А я тебя будить пришла. Да. Ну, доброе утро. Доброе утро. Ой, плохи у нас дела с дядей Юрой, Костя. Все разъедутся, дядя Юра один останется. Почему один? Они же с теткой Пашей собираются вместе в двухкомнатную въезжать. Дом-то у нас ткацкий, а дядя Юра? Таксист-пенсионер не нашего ведомства. А какого же он ведомства? Какого? Райисполкомского, наверное. Они же тетя Паша посторонние соседи. Ну, ничего, тетка Паша человек заслуженный, должны уважить. В том-то и беда, что заслуженная. Кланяться не пойдет. Сказать скажет, а просить не станет. А потом на пенсию она уходит. А у нас тип один есть, по-моему, мастера Потакуев. Ты понимаешь, ее ведь не все любят, она решительная. А вот ты бы. Ты бы пошел кланяться, а? Ведь нам вторая комната нужна, Костя. Тебе же вторая комната нужна. Ну, пошел бы, попросил. Ну, что ты? Ну, а ведь ты не идешь. А ведь ты дольше меня на фабрике работаешь. Потом тетка Паша за другого просит. Это всегда проще. Да нет, дядя Юра человек одинокий, пенсионер, должны уважить. Одинокий. Не одинокий. Костя, сегодня к нему дочка из Владивостока с зятем приезжает. Верка-то здесь прописана. Почуяли, что дом ломают? Почуяли. Ой, нельзя дядя Юре с ними переезжать. Верка, Верка ему житья не даст. Она такая цепкая. Получается, что выхода нет? Чему нет? Меня все равно в дирекцию вызвали. Я пойду к ним, все про тетю Пашу скажу. Ну, это там не очень, а то я тебя знаю. Костя... Ты сегодня буду тихо и как мышка на одних улыбчиках поеду. Смотри. Вот так годится. Годится. Дурёха. Доброе утро, дядя. Привет. Пижама новая. Да, новая. Как в больнице. И уродство. Что ты? Не уродство, она тебе идет. Да, ни за что бы не надела. А дорогих гостей жду. Да, Верка с зятем приезжает. Хочу показать, что я не хуже их живу. Вот. А ты хитер, дядя. Да, нужда научит, как калачики-то есть, да. А вот вы не больно хитры. Да. Посмотрите, проморгаете квартиру, будете знать тогда. Да. Знаешь, Женя, муж твой лопух. Верно. Ну что, молчишь, ты муж. Да мы и молчу, что муж. А. Интеллигенция. Ну ладно. Я без вас обойдусь, а вы на ровном месте падаете. Так. А ты бы не вмешивался. А ты еще учить меня, да? Ага. Так, конечно, макодявка будет меня учить. Да-да. Да-да. Где нет? А! Пойди-ка сюда. Ну что? Слушай. Мне Гриш сказал. Седого в Москву перевели, да?
Какой Гриша-то? Ну, какой? Ну, мой друг, какой Гриша, ну, который все знает. Банщик, что ли? Ну, именно. Ты что? Ну, что, перевели или нет? Откуда я знаю? Танька мне ничего не говорила. Свет, Паш! А вот я знаю. Мне Гриша сказал, Гриша все знает. О, ну, чего ты смеешься? Что, Гриша, голова. Вот знаешь, какой мне стих списал? О, ты такого никогда не слыхала. Вот слушай, октябрь уж наступил, уж роща отряхает последние листы. Понятно? Понятно ли? С ногих своих ветвей. Во, ибо с ногих своих ветвей. Нет, тебе это непонятно. Дядя Юр, да. Что ж ты у меня такой необразованный? Это же Пушкин. Ну, что Пушкин, тем более. И с каждой осенью я расцветаю вновь. Расцветаю, расцветаю. Дядя Юр, я тебя люблю. Ну, что ты лежишь? Ну, что ты, ну, брось лежать? Да, ну. Потому что я улыбаться должна, ты меня до слез доведешь. О, Господи. Тетя Паш, иду, пошли. Дядя Юр, миленький, я тебя тоже очень люблю. Да? Вот дура ты, Господи. Пошли. Легко оделась. Не, тебя я тоже люблю, а ты работай, работай. Ну что, дочка приезжает, дядя? Да, да. Большая перестройка идет. Старый дом ломают, и клопы из щелей так лезут. Ползут. Клиника? Я прошу прощения. Медсестру Гусарову позовите из пятой палаты. Из пятой палаты. Ага. Танюша, это я звоню. Скажи, я слышал, Седой приехал, а? А, раньше не виделись. Угу. Слушай, ты мне телефон Седова дай. Ну, что ж ты рано? Я не домой звоню-то, а в гостиницу. Ну, да. А тебе не все равно. Мне нужно личные контакты. А? Ну, давай. Погоди. Не тарахти, я сейчас трубку приложу. Ну. Слушай, а ты к нам сегодня не заглянешь, а? А после дежурства? Нет, ничего не случилось, нет. Да ну что? Ну жмет маленько, а? Нет, не спереду, а сзаду. В лопатку. Нет. Нет, не в левую руку, а в правую жмет, да. Не жмет, а отдает немножко, да. Да я не волнуюсь, что волноваться-то. А, ну хорошо, ну давай телефон звони. 13. Так. Ну, спасибо. Ну ладно, до свидания. Приходи. Генка, ну-ка иди сюда. Смотри, только криво не привинти. На. Ну где ж криво? Я же новую табличку на старое место прикручу. Проходи. Здравствуйте. Ну, как тебе кабинет мой? Нравится? Да, отличный кабинет. Дело за малым, остается только поработать. Что, волнуешься? А ты как думаешь? Первый день все-таки. Дел столько навалилось, что голова кругом идет. Да, первый день штука важная, я по себе знаю. Первый телефонный звонок, первый разговор с посетителем.
Ну, а ты в Москву не собираешься? А, нет, конечно, я провинциал по натуре и по призванию. А ходили слухи, что тебя переводят? Это слухи. Да, сегодня позвонил мне один знакомый старик, сосед по койке, вместе в больнице лежали. Позвонил и говорит, дом наш сносят, все разъезжаются, за Женьку похлопотать будет некому. А ей позарез вторая комната нужна. Не дело ей на кухне сидеть, пока муж ее Якушев свои картины писать будет. А если ребенок родится? Ей вообще негде жить будет. Сегодня на фабрике квартиры распределяют, и они с мужем наверняка ушами прохлопают. Катя, эти папки далеко не закладывайте, на вторую полочку, поближе. Ну? А я ему говорю, тебе повезло, дядя Юр, что меня в Москву не переводят. Почему? А эти можно в архив, да? Я бы не взялся за это дело. Почему не взялся? Ну, да как говорит один мой знакомый, неэтично. Заступиться за хороших людей неэтично. Вот он меня тоже спрашивает. А я ему говорю, долго объяснять, дядя Юр. Если я начальник, то каждое мое вмешательство — это почти указание. А мы с тобой лично знакомы. Неудобно по знакомству-то. Слушай, Седой, ты давай тоже это кругами не ходи. Говори прямо, в чем дело? Вот я к тебе за этим и пришел. Зачем? Ну, чтоб ты в это дело вмешалась. В какое дело? Алло. Слушаю. А, Петр Сергеевич, да, хорошо, спасибо. Спасибо, Петр Сергеевич. К концу дня? Ну, есть, есть. Ну, вот тебе и первый звонок. Ну, первый посетитель, говори, зачем пришел, только короче. Алло. Опять вас, Бенкич. Да. А Пронина слушает. Можно? Здрасте. Здрасте, доктор. Здрасте, Лена. А почему вы не на работе, сударыня? А у меня сегодня ночной дежурство. А, это другое дело. Тетя Юр, открой нам, пожалуйста, комнату Виктора. Звонил Андрюшка, да, просил... и просил передать папку Виктора Лили. Лили? Да, да. А вы ее знаете, да? Знакомый. Ну, ладно. Как вы себя чувствуете? Я? Да. Послушай. Резать ничего не надо. Хорошо. Дядя Юр, пошли я. А, нет, 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 нет. Ко мне не ходите, у меня... гость. Господи, что это с ним сегодня? Понятия не имею. Вот, пожалуйста. Дядя Юра, а где взять ведро и тряпку? Я хочу в комнату прибрать. Ведро и тряпку? На кухне, где ведро и тряпку? Он там. Ну, хорошо. Да. Дядя Юра, а чего у тебя там за гости? Ну, это не важно. Ну, у вас свои дела, да? А у меня свои. Вот все. Ну, это ясно, ясно, ясно. Сейчас, минуточку. Сейчас. Так. Ну. Так, это... хорошо, выясню. Разберусь, да? Ну, ну есть. Так. Ну, так в какое же дело я должна вмешаться, а, Алексей? Я слушаю тебя внимательно. Хочешь, я тебе расскажу про березовый сок? Какой еще березовый сок? Провинциал несчастный. Ты же видишь, важные дела решаются. Первый день меня на части рвут, а он про березовый сок. Работал я в Белоруссии. Там у моста хибара стоит, а в ней старушка живет. А во дворе одна береза огромная. А через мост лесовозы гонят, возят хлысты на лесозавод. У моста разворачиваются, пыль, дым. Так вот... эта старушка каждую весну 25 ведер березового сока в погреб ставит. Я пил, холодный, чуть бродит. Все шоферы пьют, и все бесплатно. Ты понимаешь, она специально для шоферов 25 ведер в погреб ставит и денег не берет. Говорит, ребятам жарко. Маленький, что вы уже опаздываете, уже половина 12-го. Извините. Я знаю, знаю. Ну, почему ты мне все это рассказываешь? При чем тут бабка? И при чем тут березовый сок? Ты думаешь, какое она дело делает? Личное?
или государственную. Ты меня не агитируй. Молодой еще меня агитировать. Я же тебя в район рекомендовала. Вот если бы эта бабка тебе насчет квартиры обратилась, ты как бы поступила? Как парадокс в том, что такие бабки, как правило, с просьбами не обращаются, к сожалению. Обращается кто пошустрее. Так вот дядя Юра тоже не обращался. Как так? А тогда о чем разговор? Я тебе толкую. Речь идет о работнице подведомственной тебе ткацкой фабрики. Она, понимаешь, ему никто. Соседка. Вообще эта квартира занимательная. Я к ней присмотрелся. Понимаешь, живут в коммуналке и до сих пор не перегрызлись. А сейчас разъезжаются и волнуются друг за друга. Понимаешь, сложившиеся отношения, они рвутся. А работница это кто? Я тебе толкую. Текстильщица. Женя Якушева. Да. Да, Иван Андреевич. Знаю. Иду. Иду. Катенька, принесите мне, пожалуйста, сюда мой плащ. Хорошо. Так, ты говоришь, это Женя Якушева. А что-то мне фамилия знакомая. Может, ты слыхала о ее муже, художник по тканям, Константин Якушев? Нет, не слыхала. Да знаешь ты ее. Ну, помнишь, еще летом после больницы на автозаводе автомобиль испытывали. И был там еще один парень по кличке Большой, рационализатор. Ну, помнишь, я ему еще твой телефон оставлял. А, помню. Ну и что, он не позвонил. Вот видишь, это тоже характерный факт. Так вот, это Женька его в рационализаторы вывела. Это тоже факт. Ты понимаешь, вот березовый сок. Погоди, Женя Якушева, погоди же. Вспомнила, это точно Якушева. Я ж грамоту ей вручала. Она у них передовиком была, на ткацкой. Ну вот видишь, а забыла. Ну, слушай, в Москве 7 миллионов жителей. Это ровно 100 раз больше, чем в твоем районе, милый. Ну это ясно. Ну, слушай, спасибо. Катенька, а что у нас сегодня на ткацкой фабрике? Спасибо. А? Сейчас, погляди на себя. Так. Утверждение проекта перестройки цехов и вопрос так. О кадрах. Вот это очень важный вопрос. Вот и отлично, я сегодня же съезжу. Ой, ну у вас же сегодня два совещания, маленькичные. Ну, а на одном я могу и не быть. Туда ведь идет Павел Федотович. Но он просил, чтобы вы поехали, потому что ему одному трудно. Ну, что ж такого, вам трудно, мне трудно, а теперь ему будет трудно. Что ж такого. Да, это очень заметная была девка, грамотная. А что-то о ней не слышно стало. Замуж пошла, скисла, так что ли? Ну, ты поезжай и разберись. А если бы это не квартирный вопрос, не люблю. Склочное дело. Ну, а кто любит? Ладно, уговорил. Но только запомни, Седой, если что-нибудь не так, и если на месте картина другая, и пальцем не шевельну, жилье это дело такое, всем нужно. Я тебя прошу только об одном. Поезжай и разберись. А когда они возвращаются? Половина лаборатории через месяц, а половина задержится. Ну, ждите, Пенелопа, ждите. Вернутся ваши одиссеи. Я бы сама к ним поехала, если бы не дочь. Верочка, а здесь у вас что? А здесь кухня. Здрасте. 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 Здрасте, метраж приличный. Это как сказать. Здесь живут Бобровы, Баныкин, Женька и мы. Четыре семьи? Ну. Все равно прилично. Да. А здесь у вас что? А здесь коридор и туалет. Простите. Господи, кто это? Родня к дяде Юре пожаловала. Дочка и зять. Загадочные фигуры. Верочка, мы где кушать будем? В доме или на кухне? На кухне. Вот на что. Кто такие? А я откуда знаю? Мужик вроде муж Женькин. Да вроде замуж вышел. Вроде. В нашем деле надо точно знать. Сейчас отдохнем немного. Перерыв 10 минут. Да, пошли.
сегодня? Вот как-то разошли. Говорят, из МК инструктор должна приехать на совещание. Не инструктор, Пронин, а теперь заместитель начальника отдела промышленности. А эти сведения точные? Абсолютно. Буфетик, говяжьи сосиски есть. Не спеши, перерыв только начался. И заседание длинное будет. Похоже, что так. Реорганизация, квартирный вопрос. Вот. Ты что здесь делаешь? Стихи читаю. Октябрь уж наступил. Уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Ты перестань дурить. Ну ты ж таких стихов сроду не слыхала. Тебя на какой час вызвал директор? На после работы? А мне сейчас нужно. А он тебя сейчас не примет. Прасковья Ивановна! Пойдем! Тетя Пашечка! Тетя Пашечка, скажи мне, пожалуйста, как из черной смородины варенье варить, а? Ты что? Ну я варила, у меня не получилось. Ну скажи. Ну, стакан сахара, стакан воды, стакан ягод. Ну и вари час, вот и все. Тетя Паша, ты говорил насчет переезда? Нет. Тетя Паш, как же это получается? Ведь дядю Юру спасать надо. Он либо один останется, либо его родня съест. Вот так вот и получается. Родня есть родня. Я не знаю, мне как-то неудобно говорить. И вообще, Женя, оставь ты меня в покое с этим вопросом, не знаю я. Никуда не уходи. Ну, а почему? Ну, потому что Пронина приедет, а ты девочка тихая. Мне надо, чтобы она тебя заметила. Господи, ну зря этого Антонина Григорьевна. Ты что здесь стоишь? Меня в дирекцию вызвали. Как после обеда, не сейчас? А мне сейчас нужно. Иди обедай. А нужно будет, мы тебя позовем. А у меня бутерброды есть. Хотите вот, с ветчиной рубленой? Ай, своевольная ты, Якушева. Вы меня хоть спросили, что мне нужно? Может, я к вам за помощью? А тебе не будет от меня помощи. Ты знаешь мое отношение к тебе. Была ты неплохой работник, только вся вышла, как замуж вышла. Даже в самодеятельности не участвуешь, только наряжаешься. Вот не к лицу вот это все. Простой работница. А я не простая работница. Я красивая работница. И наряды мне к лицу, правда? Вот видишь, как ты мне отвечаешь. Я тебе советы даю. Как ты мне отвечаешь? Очень просто я вам отвечаю. Uh-huh. Вот вы мне «ты» говорите, uh-huh. а я вам на «вы» отвечаю. Uh-huh. И потом помощь-то не мне нужна. Так что ведь это вообще-то не важно, какое у вас обо мне мнение. Ну, а кому нужна помощь? Тетя Паша. Ах, вот оно что. Тетя Паша. Так это она для тебя, тетя Паша. Для нас она мастер Боброва, Прасковья Ивановна. Антонина Григорьевна, надо помочь мастеру Бобровой Прасковье Ивановне насчет обмена. Ой, знаю я эту историю. Знаю. Не вмешивайся, Якушева. Без тебя мы решим, как быть с Бобровой. Не вмешивайся. Грубая вы, Антонина Григорьевна. Слушай, ну ты меня не учи. Ведь я Мораловку поддерживать не стану. Стыдно ей за стариком-то увиваться. Увиваться? Да вы соображаете, что вы говорите? А они расписаны? Ну вот тот. Какое твое дело? Что ты в это дело лезешь? Какой твой интерес? Потому что... Я Прасковью Ивановну люблю, а вы ее терпеть не можете. Ну, брось ты, Якушева, люблю, не люблю. Не твое дело. И кончено разговор, и точка. А чье? Чье дело? Твое, что ли, Махалева? Жень! Отстань ты, тихая девочка. Ты особенно, ты не заносись, Махалева. Есть люди и постарше тебя чином. Я вон директору сейчас скажу и торгу, как ты с людьми разговариваешь. Что кричишь? Ты соображаешь, где ты находишься? В Москве. У себя на родине. И вы меня больше не тычете, ясно? Мы с вами не подружки. Жалко мне вас, Якушева. На волоске висите. Зачем ты с ней связалась? Ну зачем? Мы еще посмотрим, чей волосок крепче. Дура я. Ой, какая же я дура, дура. Я что, в сторону отошла? Права это, Махалева, тысячу раз права. От первой обиды скисла. Вот дура я. Не нашла, к кому обращаться. Да ведь она все это дело с Прасковьей Ивановной затеяла. К кому обратилась, что хуже не будет. Да она как имя Прасковья Ивановна услышит, уж ненормальное делается. Ничего. Ничего, остальные нормальные люди, я их убедю. Черт. Слушай,
все равно, Флюрик, все равно будет, по-моему. Ой, вон еще один ненормальный. Потакуев! Не слышу. Че? Люда, пожалуйста, миленькая, позови его, а? Скажи, что я забыл. Да ну он не пойдет. Да пойдет он, пойдет, да, ну, пойдет. Ну не буду. Ну, Люд, ну пожалуйста, ну пойди, ну. Дядя Юр, скажи, пожалуйста, а куда нам бумаги выкинуть? Ой. А вот как выйти с парадного налево, там баки стоят, баки, да. А откуда столько бумаги-то у вас? Может, нужные какие? Да нет, это черновики от диплома. Фомич, принеси мне пальто. И платок Махерови. Нет, Махерови не надо, белый принеси. Ладно. К юристу пойдем и в ГУМ. Верблюжовый одеял надо купить. Вот, вот. Его и не хватало. Что? А кто такие бабки эти? Какие бабы? Ну, черный, белый. Черненько. Черненько? Черненько — это Лиля, жена инженера. Муж ее вместе с Витьком работает. Нахальная. А другая кто? Другая — жена Большого. Новости по квартире. Когда расписались? Большой приедет, распишется. О, жена. Таких жен на каждой скамеечке в парке по 3 штуки. Да. Ты что говоришь? Ты... Она доктор, хирург. О. Да, вот тебе, ох, не тебе чита. Чего-то Большой все по медицине ударяет. Таньку бросил, на доктора перекинулся. Ну и человек же ты, Верка. Ну и человек. Ай-яй-яй. Араги надо посетить. Куда? Араги. Покушаем. У нас в Владивостоке тоже хорошие рестораны. Там Челюскин, Золотой Рог, но Араги надо посетить. Ну, Золотой Рог мне не напоминает. Это почему? Тебя оттуда рыбаки выгнали. Случайность. А в Арагви не пойдем, не модно. Ладно. В Дом кино пойдем. Там Надька Карлова работает электриком. Да. До свидания, папаш. До свидания, дочка. До свидания. До свидания. До свидания. Больные люди прям, честное слово. Им психдоктора надо. Дядя, тут психиатр не поможет. Им ветеринар нужен. А, ну правильно, правильно. Ой, тошно мне от них. Всего ведь двое, а кажется, целый полк. Ничего, ничего. Тебя бьют, а ты веселись. Веселись на зло. Всем чертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Это я стих переписывал для Клавдии, жены моей бестолковой, да, во время войны. Дядя Юр, а как ты женился? Я в войну познакомился. Оригинально. А прислали письмо из тыла и посылку. Ну, там кисет, носки, шерстяные, еще что-то такое. И письмо при этом. Мой дорогой и горячо любимый неизвестный солдат, мы все в тылу шлем свой горячий привет богатырям Красной Армии. Вот. В ответ на ваши победы клянемся усилить свои усилия для помощи фронту. Если у вас найдется свободная минутка, то напишите мне письмо. А если нет, то не надо. Бейте без пощады фашистских гадов. Неизвестные вам Клавдия. Понимаете? И, значит, написано мой адрес. Так. Вот. Вот так я и женился. Войну-то выдержала, а в мирное время разошлись. Это какая история, правда? На ровном месте упала. Да. История. Да. Ну, ладно. Я пойду письма писать. Дядя Юр, и мы пойдем. Ладно? Пойдем, пойдем. Я вас провожу. Здравствуй, Потакуев. Привет, Якушева. Как отпуск провел? А, незабываемый сладкий сон, а ты? А я у мамы была. Без мужа?
Одна была. А теперь это называется «была у мамы». Ну ладно, ладно, не оправдывайся, ты девочка яркая. Слушай, Леша. Да. Сегодня будут обсуждать квартирный вопрос? Кстати, видел твоего мужа. Не произвел впечатления. Ну? Прости, Жень. Ну, че ж прощать-то? Ты ж не произвел впечатления. Да нет, я сказал, он не произвел впечатления. А-а-а. Понимаешь, ну? Ты же все равно там на собрании будешь. Надо, чтобы ты выступил за Прасковью Ивановну. Насчет чего? У нас в квартире старик один есть, дядя Юра. Понимаешь, все уедут, а он один останется. Ну и что? Ну, он наш большой друг. А они с тетей Пашей хотят вместе переехать. Понимаешь? Ну, понятненько. Хукли-мухли. Ну, будь человеком, а? Да он не может быть человеком. Ну, а ты-то что буянишь, девочка? Слушай, Якуша. Да. А помнишь, как я еще в училище на тебя внимание обратил? Помню. Ты помнишь, что из этого получилось? Ну, а что получилось? По морде получил. Ты была девочка зеленой, вроде вот этой. Учись, учись жить, видишь, я и понадобился. Механика простая, тетя Паша на пенсию уходит. Я стану мастером, ты бригадиром, так что нам с тобой ссориться-то ни к чему. А ты, девочка, взяла путевку на озеро Иссык-Куль. А зачем мне ваша Иссык-Куль? Правильно, понимает толк. Они мне предлагают путевку на озеро Иссык-Куль, в новую здравницу. Ага. Да в гробу я видел эту новую здравницу. Я еду в Новый Афон, в старую здравницу. Иду в ресторан ГЕМО, что означает вкус. Ем жареных перепелов и провожу 24 оплаченных дня. А я работяга. Трудяга со мной не очень. Сущность, я прав, не так? Уродина ты! Господи, у нас ведь Пушкин был. Слушай, девочка, не надо наивничать, и вы не дети, и мы не дети, антракт, все кино. Бахлак ты, понял, нахватался верхушек. Помолчи. Да? Да. Может, передумаешь, я мужчина яркий, а? Убери лапы, а. Ну что ж, тебя потрогать нельзя, что ли? Что, родной, а? Больно. А ведь такая зря не ударит. Наверное, живешь неаккуратно. А он больше не будет. Вы же больше не будете Потакуев, а? Какой конфуз. Ой, я сама себя угробила. Дрянь ты! Дрянь, ты даже не знаешь, какой ты дрянь. Я сегодня всем улыбаться настроила. Ладно, Жень, я тебе этого не забуду. Ты моли Бога, чтобы я забыла, а то скажу своим мужикам, они у меня бешеные. Вот пошли, перерыв кончился. Что? Ничего. Как? Вот так вот. Ну что ж, считаете, что я с вами в одной комнате жить буду, да? Почему в одной комнате? Нас теперь трое. Нам полагается двухкомнатная квартира, две семьи. Не выйдет, все равно разменяешься. Чтобы размениваться, да? Нужно иметь отдельный лицевой счет. Вы, что ли, будете хлопотать? Я не буду. Я не буду. Дядя, докончай ругаться, успокойся. Отстань. Да нельзя, я неужели не понимаю? Тут вам посторонний человек вам говорит. Вы ему скажите. Вы зачем в Москву приехали, а? В командировку. Как? А командировочные предписания у вас есть? Конечно. А, ну так вот что. Топайте отсюда. То есть как? Вот так, в гостиницу, вот как. Знаете, папаша, вы ведете себя глупо, я здесь прописана. Мы ж к юристу ходили, вот сейчас ходили, мы еще пойдем. Да нельзя его тревожить, граждан. Ну что вы все лезете? Дом скоро снесут, получите отдельную квартиру, заживете как в раю. Да шли бы вы себе отсюда, товарищ. Ну ладно, без вас разберемся, без вас. Вы вообще, это человек новый. Ну не новый, уже... Не говори. Уже пригляделся. Не говори, не срами меня. Ну это не люди, не люди. Будет полный порядок. Я тоже так считаю. Хочешь конфетку? Да, ну, ставь конфетку еще. Я заканчиваю, товарищи. Заканчиваю. Таким образом, как мы все видели, проект перестройки цехов страдает явными недостатками и требует доработки. Особенно следует обратить внимание на расположение станков. В частности, в некоторых цехах станки расположены не по технологическому циклу. Это ошибка элементарная, но, увы, еще часто встречающаяся. Все, я кончу. Товарищи, с первым вопросом как будто все. Ну, комиссия во главе с главным технологом работала неплохо. Они получили четкие данные. Проектировщики не должны обижаться. По проекту будут приняты соответствующие решения. Работа над проектом продолжится.
Так, ну что же, перехожу ко второму вопросу. На повестке вопрос о кадрах. Что делает сообщение? Вы, Людмила Андреевна, прошу вас. Как известно, наше предприятие выросло из фабрики. Теперь у нас законченный цикл. Предусмотрено увеличение продукции на 35-40%. Разработан план социального развития нашего предприятия. Поэтому особенно важным становится вопрос о кадрах. Да я всегда так хожу. А, всегда, всегда. Сегодня не всегда. Хвосты убери. Да куда я их уберу? Научная организация труда. Подготовка кадров. Тут мы имеем следующие цифры. Извините, Людмила Андреевна. У товарища Пронина есть вопрос, докладчик. Прошу вас. Я бы хотела задать один маленький вопрос. А как измерить цифрами сплоченность коллектива? Пронин говорит. Жень, меня бригадир назначает. Поздравляю. Но это несправедливо, они должны были тебя. Да ладно, им виднее. Нас Махалева с тобой столкнуть хочет. Жень, ты не волнуйся, работай нормально. Помни, как бы мы с тобой ни жили, главное, что мы с тобой. Остальное все ерунда. Ну вот, молодец. Дядя Юра, да, нормально. Хорошо передам. Ну, пока, целую. Так она и умрет, не ученая. Знаешь что, Махалева, у нас с тобой разговор четверть века теплится, но только все в полнакал. А чего ты говорить боишься? А? Образования не хватает? Да ну при чем? Я жалела тебя. Да ну это я тебя жалел, Паша. Ты же моя учительница первая. Только я вот заочно и кончила, а ты вот без образования осталась. Женщина, прекратите, просто подходите. Паша, не верь. А я не гость. Ну хорошо, ладно. Я без образования осталась. Я ухожу, ты правильно говоришь. Но только я ухожу, у меня хоть приятницы, подруги остаются. Позвонят мне. А вот ты с чем уходить будешь? Ой, Господи, не заносись ты. Угу. Показатели мои не хуже твоих. Ой, оба мы мастера. Да цена нам с тобой одна. Цена одна. Да. Товар разный. Чего? Да-да-да. Товар разный, говорю. Да. По Ростове Ивановне фабрика заплачет. А вы будете уходить, фабрика вздохнет. Один Паша, ученики останутся, а вас одни подхалимы. Знаешь что? Я тебе давно хотела сказать, потому что я уйду, а ведь тебе несколько лет еще работать придется. Ну? Давно хотела тебе сказать и все жалела. Да ты себя пожалей. Вот у тебя 7 классов. Так? А сейчас главное образование. Так тебе же ничего не остается, как только на пенсию уходить. Правильно? Слушай, Тоня, послушай, откуда у тебя такая злоба? Что ты всю злобу-то на людей льешь? Как ты дальше-то жить без людей будешь? Пожалуйста, вот вы, Антонина Григорьевна, много говорили об образовании. Эта штука важная, но ни в одном образовании дело. Я бываю на многих предприятиях, и некоторые вещи мне, пожалуй, видней. Вот вам бы, товарищи, послушать выступление парторга Орехово-Зуевского комбината. Они там считают резервами производства отношения между людьми. Конечно. Вот культуру отношений считают резервом производства.
Опыт показал, что грубый окрик влияет на производительность гораздо больше, чем поломка станка. Ведь станок починить легче, чем восстановить душевное равновесие. Один грубый товарищ может отбить охоту работать у многих. И наоборот, культурный, вежливый работник, ему просто цены нет. Вокруг него микроклимат подходящий. Он свое достоинство бережет, и у коллектива сил прибавляется. Так что одного образования мало. Культура нужна. Культура производства. Культура жизни. Я так понимаю, образование у вас больше, товарищ Махалева, чем у Прасковьи Ивановны. А культуры меньше. Правильно. Выходит, я в точку попал. Потише, потише, мастера. Девушки, закройте дверь, пожалуйста. Закройте дверь. Пожалуйста, Майя Никитична. У меня все. Дядя, ты что? Чего? Женька звонила. Она тебя, знаешь, страшно любит. Спрашивает, как ты тут? Чего? Не хочу я с ними жить. Я не могу с ними жить. Не могу. Ни родня, ни мне. Вы родня. Ну, так и будет. Да. Ты не волнуйся. Никто тебя в обиду не даст. Ну, я не волнуюсь. Ты понимаешь, все ходят. Ходят, да метры меряют. Разговаривают. Всех обсуждают. А больше всего тебя, Женька. Да-да. А ведь ничего не понимают. Глаза бессмысленные, как у дохлой рыбы. Бездельники. Вот послушай. Послушай, что говорят. Ты послушай. Да, не надо. Нет, я тебе говорю, послушай. Да не прислушивайся ты. Послушай, ты послушай. Все. Надо что-то делать. Тебя что, устраивает такое времяпровождение? 2 часа я там простоял около стола, ничего не делал. А здесь сидела. Лопалась от злости. Мрачный призрак предо мной маячит. Мрачный призрак перед ним маячит. Да, ну. Что странно, чем больше у нас с тобой барахла, тем хуже мы с тобой живем. Знаешь, что меня пугает? Не осталось у нас с тобой общих дел, кроме деловых дел. Ужасно, что кроме этого ничего нет. Еще весной, ты заметил? Я говорил тебе об этом. Да. Сейчас разговор пойдет об тебе. Ну, да. Ты не финти, не финти! Не во мне дело, а в тебе. Все дело в мужчине, ты же не мужчина. Я? Ты слышал, как он с этой бабой по телефону разговаривает? Слышал. Я 1000 лет от тебя таких слов не слышал, какие он этой бабе говорит. Что? А баба-то Женька, что ли? Да. Ой, я не могу. Я не могу. Да я, ну, я, да, я, ну. Я так выгоню их сейчас к черту. Да ну, развоевался, дядя. Я не могу. Я не могу. Да не смей. Да не ходи так к нему. Ну, я скажу. Слушайте, вы деятели. А вы успокойтесь. Успокойтесь, а. Давайте по-доброму. А по-доброму? А вон, а. Теперь по-доброму. Ни по-доброму не хочу я с вами, ни по-злому. Уходите! Да что вы все равно наскакиваете? Вам бы надо с нами в контакте быть. А? Вы же скоро один останетесь. Вам даже покушать, сготовить будет некому. Мы помочь приехали. Ах, вон оно что. Ах, помочь. А где вы раньше были? Где воронье? Нужны вы мне, как мертвому припарки. Ты помоги, когда мне это нужно. Не можешь? Значит, спросу нет. Я лучше помру, но по-своему, как сам хочу. Понятно? Вот так. Ясно? Здесь у нас в квартире народ гордый. Вот за эти слова... Что? Вы ответите. Я? Мы не собираемся. Тебе ответить, да? Куда-нибудь гордый. Но мы к юристу ходили, нам положено, в конце концов. Ах, вам положено. Положено. Ничего вам не положено. Идите вы куда-нибудь, господи, погулять. Нельзя ему волноваться. Неужели не понимаете? Хорошо, верно, хорошо. Пойдем. Пойдем, милая, пойдем. Положено. Мы сходим еще. Мы еще сходим. Мы второй раз там забрали. Пошли. Положено.
Им положено, а? Пойдем. Вот жаль, что Витька на них нету. Он бы им показал положено. Ты не обращай внимания. Да ну. Вот, вот. Брось эту ерунду. Слушай, Костя, а? Вот возьми эту энциклопедию. Швеция. Я. Да, вот всю прочел, а не нашел, чего надо. Надо самим искать, как жить. Я. Это что, река такая в Швеции? Я. О, я уже забыл. Я. Да, это и есть я. То есть я. А кто ты, это еще понять надо. Ну, да. Вот бери и ступай. И смотри, не потеряй. Этот том самый главный. Ты бы отдохнул, дядя Юр. А, да, я отдохнул. А ты ступай. Женька, меня бригадиром назначили. Поздравляю. Люд, а квартирный вопрос уже был? Я не знаю, кажется, уже был. Да вроде уже заканчивают. Пришла, мы тебя вызовем. Потому что я боюсь, что вы все решите, а потом будет поздно. Перерешать не захотите. А мы и правда все решили. А товарищ? По-моему, все решили. Послушайте, ну неужели вы не понимаете, что тетя Паша? Это какая такая тетя Паша? Мы такое не знаем. Ну, послушайте, ну неужели вы не понимаете, что Прасковья Ивановна за себя никогда просить не будет? Господи, ну неужели вы не понимаете, а? Мы действительно ничего не понимаем. Из-за чего шум? Вы не знаете, какие это люди, Прасковья Ивановна и дядя Юра. Они всю жизнь все делали для других, для людей. Ну, неужели трудно им навстречу пойти? Женя, перестань. Да подожди ты. Потому что они привыкли друг к другу. Они... Господи, ну неужели из-за пустой формальности, а? Они же... Дядя Юра, знаете, какой человек? Он по природе рабочий человек. Он знаете, как говорит? Он говорит, самая лучшая работа на свете бесплатная. Ну, да. Многие так ты скажут. Ты что шумишь, а? Ты что шумишь? Потому что... Несправедливо. Вы несправедливые люди. Ну, накричалась. Я что-то не пойму, ты что, смеешься или плачешь, а? Делайте со мной что хотите. Еще можете меня с фабрики прогнать. А я от своего не отступлюсь. Не бывает так, чтобы таких людей не уважен. Господи, ну неужели трудно им дать квартиру вместе, а? Ну, насчет квартиры вопрос решен. А как, а? Ну, что ты удивляешься? Пойди сюда. Пойди сюда. Ну? Вот план перестройки цеха. Вижу. Что скажешь? Чего вы сами не знаете? Ну, может, соизволишь нам сказать свое мнение? То мы же не понятны. Пожалуйста. Говори. Потому что оборудование в цеху не по технологическому циклу поставлено. Почему? Вот смотрите. Ну. Вот и вот. И вот здесь, видите? Видим. Будут петли, встречные перевозки. Да вы же сами видите. Видим. А что это вы переглядываетесь? Я вам серьезно говорю, а вы переглядываетесь. Ну ладно, кончай шуметь, тихо. И что базар устроил, скажи, пожалуйста. А теперь слушай меня внимательно. Насчет квартиры Прасковьи Ивановны и ее соседа, это дело решено. Это во-первых. А во-вторых, мы вот приняли решение назначить тебя мастером. Вот говори честно. Справишься? Все, конечно. Это же удивительно. Вот все уверяют, что ты справишься. Да врут, наверное. Конечно, справишься. Да откуда я знаю? Я не знаю.
Ну что ж, товарищ, с квартирным вопросом, по-моему, все. Членов обкома свободны. Инженерно-технический состав прошу задержаться. Мне пора. Я вас провожу. Свидание вам. Я вас провожу. Якушева, между прочим, тебе с мужем двухкомнатную дали. Ну что, Махалева, избы хаты поделили, с бабкой, с деткой порешили. Какие там бабки еще, детки? Ну, Прасковья Ивановна, переезжает со своим старичком. А что ты мелешь, переезжает со своим соседом. А Якушеву мастером назначил. Мастером, ну и что? Ну, а меня куда? Где был, там и будешь. Чего? Потерпим. Устанем терпеть, снимем. Что, меня? Молчи, кончен разговор. Не открывай, не открывай. Это же наш, не слышишь? У нас тыч сапотея. Что это? У нас тыч сапотея. Не иначе от меня. Эй, парня ты моя, сударыня ты моя. Что это? Слушай, Якушев, с тебя приходится. Это за что? Ну что, сказать ему? Сказать? Значит так, во-первых, вы получаете Жене двухкомнатную квартиру, это раз. А во-вторых, Евгения мастер. Мастер, бригадир. Мастер. Мастер. Ты решилась попросить квартиру, да? Нет, мне так дали. Ни слова не сказала, честное слово. Дядя Юра, и тебя с тетей Пашей уважили. Поедешь с ней в двухкомнатную квартиру. Ой, парня ты моя, сударыня ты моя. Паш, погоди. Паш, не поймешь, что она говорит. Ну, расскажи сама. Честное слово, все правда. Мы получаем с тобой квартиру. Да. И, в общем, кажется, мы все будем вместе жить на одном этаже. Да что? Честное слово. Эй, парня ты моя, сударыня ты моя, парня ты моя. Сударыня, пойдем, у них свои дела, пойдем. Музыку хочу. Ночью шла по улице, на небе месяц жмурится, и освещает домик порог. Оконце желтоглазое, мне речь бессвязная, и девочки счастливый говорок. Пора, пора, уж утро наступает, боюсь я, мама выйдет на крыльцо, рассвет встает. И то я рассержусь в конце концов. Ты знаешь, что это за песня? Эту песню я самодеятельности пела. И сегодня Махалёва говорит: вы, Якушева, как замуж вышли, петь перестали. Какая я нескладная, все сделала неладная, я своего дружка прогнала прочь. Пришел опять, и я ему твердила бы всю ночь: пора, пора, уж утро наступает, боюсь я, мама выйдет на крыльцо, рассвет встает. Ну хватит, ну вступаешь, не то я растержусь в конце концов. Пусти, я тебя ужасно люблю. А знаешь, самая ужасная ошибка какая? Я поняла, я как тебя увидела, я петь перестала. А сегодня, как меня мастером назначили, ты знаешь, Костя, это такое счастье, понимаешь? Значит, мне поверили. А по дороге гаснут фонари. Да, Вера, это хорошо. Знаешь, я чувствовал, что ты мучаешься, не знал, как тебе помочь. Я сама думала, что с нами происходит, и никак тебе объяснить не могла, понимаешь? Я думала, что я тебя не подхожу. Потом я тебя ревновала. Вот ведро, вот... Рассвет встает. А ты же меня полюбил за то, какая я была, и я работу забросила. Все в твои дела лезла, сама только мешала тебе. Господи, что же с нами было?
Балды мы оба. У меня сегодня весь день какое-то нехорошее предчувствие. Костя, ты просто переволновался. Наверное. Пойди сюда. Давно я так не волновался, как сегодня. Ну что ты, милый, Костя? Знаешь, я тебя очень люблю. Когда я тебя люблю, я человек. Ну, отпустила? Да, немножко. Хорошо, что вы пришли с победой. Хорошо, что вы дома. Хорошо, что мы все вместе. Кусь, смотри. Дядя Юра энциклопедию принес. Прочитал последний том. Швеция и я-я. Наверное, давай ему энциклопедию подарим. Кусь, я тебе то же самое хотел сказать. Ну, смотри. Тут письмо нет. Два письма. Ну-ка. Кусь, тебе и мне. У тебя что написано? Костя, береги Женьку. А у тебя? Женька, береги Костю. Костя! Женя! Женя, скорее сюда! Дядя Юрий, плохо, скорее! Ну что, Седой, рад? Очень. А огромное тебе спасибо, спасибо. Это тебе спасибо. Ну вот видишь, я знал, что они тебе понравятся. О, золотые бабы. И Прасковья Ивановна, и Люда тихая девочка, ну и Якушева, конечно. Говорит, делайте со мной что хотите, можете меня с фабрики прогнать, а я все равно буду говорить несправедливо это. За дядю Юру твоего горой. Да, золотые бабы. Золотые. Ты прав, Седой, квартирочка, видно, примечательная. Ну, ты знаешь, это уже не квартира, это какая-то странная родня. Они хоть не родственники, а семья. И с четким представлением о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Это и в настоящей-то семье не так-то уж часто встречается, по правде сказать. Такие вещи надо беречь. Ну, спасибо. Я сейчас помчусь к ним и хочу их повидать. Знаешь, я не хотел без победы к ним идти. Обязательно приходи. Обязательно зайду. Ну, еще раз спасибо тебе. Да, Пронина. Нет, не с шарикоподшипника, а с электролампового. Да говорю же тебе, что с электролампового. Да, это у тебя данные еще прошлого квартала. Ой. Юра, Юрочка. Таня, еще кардиамин. Ты очень хороший врач. Таня! Ой. Здравствуйте. Дядя Юрий плохо. Думай только об одном. Думайте все только об одном, чтобы все было хорошо. Чтобы все было хорошо. Любите его изо всех сил. Слышите? Любите. Женя. Женя, все меня любить не могут. Тут чужие. Здесь нет чужих, дядя Юрочка. Все свои. Есть. Верка, Зитёк, бредит? Нет, не бредит. Дядя Юр, ну что же ты? Ну все же, как ты хотел, дядя Юр. А? Клиент.
Летят утки, летят.